В минувшие выходные в области произошла целая череда дорожных аварий. Так, на трассе Пугачев-Балаково водитель не справился с управлением на мокром асфальте и врезался в дорожное ограждение. Металл насквозь пробил автомобиль, и мужчина скончался на месте. А в ДТП, которое произошло в областном центре, обошлось без погибших, зато сразу несколько человек получили травмы. Авария произошла на пересечении улицы Новоузенской и 2-го детского проезда. Отечественная легковушка с пассажирами спускалась с Кумысной поляны. Водитель машины, по предварительной информации, был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. В результате столкновения тяжелые травмы получили 4 человека. Их госпитализировали в медучреждение. Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла на пересечении улиц Горького и Зарубина. По сообщениям очевидцев, на перекрестке в транспортное средство врезалась иномарка и тут же скрылась с места ДТП. Водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. Девушку пришлось госпитализировать. Сейчас ведется розыск преступника. Мы как раз переходили дорогу. Молодой человек, вот с девушкой ехали по Максиму Горькому. А на машине несся вообще, он даже не тормозил. Избивает прям вот молодого человека, он перелетает аж через машину. Девушка прям аж вылетает с мотоцикла. Ну а накануне в траншею на Чапаево провалился отечественный автомобиль. По словам водителя, коммунальные службы не выставили ограждение, и машина оказалась на глубине в пару метров. Совладелец автомобиля не пострадал. Без травм обошлась и другая авария, которая произошла в Ленинском районе. На перекрестке проспекта Строителей и улицы Антонова ВАЗ-2107 врезался в скорую. Водитель отечественного автомобиля и его пассажир с места происшествия сбежали. Ни водитель скорой, ни находившийся в ней пациент не пострадали.